Всем привет, суббота. Значит, как обычно, по традиции, я еду в берлогу. Сегодня у нас будет рывок, самое техничное упражнение. Мы его немного видоизменим, будем сначала к нему подводиться, а потом уже будем рвать. Надеюсь, сегодня придет побольше ребят. Мы начали тренировку, разминаемся. Сегодня пришло 7 человек. Да-да-да, шаг вперед. Смотрим только вперед. Пол, потолок не надо смотреть, сразу теряете координацию. Мы закончили. А меня не слушали? Я 3 раза показал, блин. Марина вспоминает, как мы, я показывал ей только что упражнение. Нет, не сразу все. Должна вытолкнуть, а потом досесть как бы. Мы делаем. Надо еще раз показать. Сейчас я покажу. Давай. Да, только ноги не разбросил. Ноги не разбросил. Ё-моё. Ё-моё, какое упражнение сложное оказалось. Давай, Валера, жги. Да. Сейчас пока медленно досаживаемся. Как только почувствовали уже стабильность движений, начинаем быстрее уже уходить в сет. Ну не прямо уход, он все равно как шум, досет. Ну просто досет побыстрее делайте. Сейчас начнется борьба с головой. Вес-то небольшой, а сесть тяжело. Подсесть надо? Ну да, подсаживаемся уже побыстрее, немедленно, как до этого. И уходим. Посиди внизу, я же тебе говорил, посидеть надо. Но у тебя хорошо получается. Ну, Серега запрыгал. Но это вообще любимое Серегино упражнение. Мы дошли до 80-90% ребят. Хотя многие, наверное, даже и не знают свои проценты. Это реально где-то 70-80, наверное, даже. Но все стараются, борются с головой со своей. Ой, хорошо. Серега настолько мощный, что даже садиться не стал. Марина сделала до этого 60, сейчас 62. Максимальный рывок у нее 60. Хорошо! Пошустрее, пошустрее сесть надо было. Серега, не очкуй! Сядь! Сядь! Пусть будет так. Игнат, ну что ты пришел? Ты приходишь в изменение, мы тебя побесили опять тут, да? Дэнни, давай, пошустрей. Хорошо. Красавчик. Игнат! Игнат, это звонок для тебя. Этот рекорд посвящаем тебе. Сколько там килограмм? 85. Сегодня мы делаем тягу до подрыва плюс рывок. Раньше мы никогда этого не делали. Специально вырабатываем съем ногами.
Лера, куда ползешь? Ну, блин, ну нет! Что? Тебе стыдно, что ли? Сегодня мы прыгаем вперед. Нет, нет! Два круга делаем со средней, а потом уже с широкой. Твой кенгурятник тут до 12 будет заниматься. Ты нас хочешь выгнать? Мы тебя тоже любим. Прыгаем с полной стопы. Не с полной прыгал, половина. Половина с носков прыгнул. Да, хорошо. А что у тебя одна рука вверху-то? Ребята устали. Уже Дэнни еле запрыгивает. Дэнни, не надо нырять вперед. Так они не прямые все равно. Пойдет. Мы устроили чаепитие после тяжелой атлетики. Отца тяжелого атлета. Ура! Кто там попалил? Ну, спасибо большое, мы экскурсии. Сначала еще попробуем, сначала потом. Не, я сказал спасибо. Блин, Игнат!